51. Нама... А... Вот это говно меня будут намать, да? Интересно. Хекс. КБ0П. У меня лет 100 вообще с планеты не играл. Так, по ощущениям, как будто она вообще никогда не падала в стриках. За последний год, если не больше. Это еще довольно... Ну, типа, дэмэдж нормальный терза в говне. Ну, хоть что спид хороший, ладно. Это тоже, по-моему, довольно важно на планету. Чтоб все хоть долетало быстро. Ну, посмотрим, что посмотрим. Не видно, тоже печально. Но у нас Сунториум. Это может очень сильно помочь. Это может очень сильно помочь. Убей какашку. Благодарствую. Кашка все же была повержена. Блёбы, да, тоже будет планета, у них моя атака. У них будет все то же самое. Так, ключей пока что-то не дают. Тут типа тоже ключей нет, да? Ну, у меня, возможно... Возможно, одно хп. Что я все же это беру. Блять. Ну, хотя похуй, у меня Сумториум. Че переживать? Перед Газукума. Бесплатно поехать в любую страну бесплатно. Не знаю, меня ничего особо сильно не интересует стран. Кроме какой-нибудь, может, Скандинавии какой-нибудь. Или Исландия тоже. А вот Исландия, кстати, реально забавно смотрится. В Исландию, может. Хотя в Италию тоже возможно, кстати. Так, он сейчас будет, я не знаю, что у него по хп. А, у меня синяя хп ебло. То я зря нажал сразу. Босс, конечно, охуенный для планеты. Охуенный босс для планеты, да. Просто охуительный. Все, он же, блин... Попади в нее. Спасибо. Окей, 3 хп. Ну ладно. ХП много. Это еще хорошо сделал. Меня почти ёбнуло. Сейчас нормально должно быть, наверное. Паук. Так, надо слишком много не юзать. Блять, аккуратно, какашка. Какашка, убейте его без меня. Не, какашка, не трогай какашку. Какашка нужна мне живой. Какашка должна в живых остаться. Я не пойду на дьявола здесь. Вообще не вариант.
Это буквально вообще не вариант в этом забеге. Тут точно будет ангел. Так, пахнуть. О, как же я мог об этом пожалеть? Ну ладно, статы нужны, у меня терзы нету. Я обычно это не беру. Так, если найду хп лишнее, я могу зайти в босс-руму. По-моему, пока я хп лишнего не видел. Вернее, я его уже подобрал. Я не пойду на дьявола. В этом билде дьявол нахуй не нужен, по-моему. ХП очень немного. Тут нет дьяволов. Ну-ка. Пошли в босс-руму. Блебиков 0.3, по-моему, твоего урона. По-моему. Что-то такое. Здесь я не зафейлю. Так, больше нижний санториум. Пиздец, отдача просто гениальная. Швов по дороге вроде не было, вроде не было. Так это не нажимается, выкинь нахуй. И так уже ног нету. Последние оторвут. Может быть сверху. Нету. Не, не пойду. Мне кажется, он с планеты и блёбиками тебе нахуй дьявол не нужен. Даже из-за блёва больше, наверное. Мне сливать хп красы нахуй не надо в этом забеге. Типа вообще никак не надо. Здорово, Берлин. Да, нож работает. Это было в магазе хорошее. Подожди, у меня 15 копеек есть. Там ничего не оставил. Нужно. Свечка. Эти две синих таблетки есть. Но все не могу, потому что Терепилус будет, все еще будет руина. Так что, увы, таблетки мы тоже не кушаем пока. Ну, еще прикольный старт. Стат я нашел прям нормально, слушай, за два этажа. Считаю, он 4 айтема на статы получил. А, магаз мог... да, мог паролить тоже, правда. И это правда. Какой прикольный мини-босс на этот билд. Классно, потому что там еще была физика, и там не было физики. Когда там еще кого-то уносило нахуй. Походу мозг тоже нахуй унесся.
Так, блайнды мы не берем вообще никакие в этом забеге. Это фатальная будет ошибка. Блайнды брать вообще нельзя. Не, ну нормально. Нормально пошло. Еще одна свечка теперь синяя, окей. Смешно. Кстати, Ace of Spades, возможно, блёбов удаляет. Нет, он их не удаляет вроде. Их этот вот удаляет, как его. Алтарь удаляет блёбов. Не Ace of что-то. Пока все нормально. Так, есть меч, но у меня бомб одна. Мне нужно две через этаж. Возможно, потом. Кстати, надо было, наверное, запушить бомбу. Ну ладно. Мне на самом деле выгодно. Ну, окей, я нашел бомбу. Хорошо, давай. Мне тут выгодно сделать ключ, чтобы ангел был и дальше в этом забеге. Блять, затупил. Ёб твою мать! Как же его, сука, сносят. Нет, сундуки. Просто превосходные сундуки. Просто превосходные сундуки. Просто охуенные, охуительные сундуки. Господи, какой кайф. Какой кайф. Как же это охуенно было. Хороший ангел. Еще пара таких рандов будет точно ангелоебом. Безвозвратно. Обратного пути уже не будет из ангелоебства. И опять Митра, да. Еще и Митра накормила, возможно, потому что я как раз ее взял перед сундуками. Так, у меня уже есть... Золотой ключ. Так, а где хуйня эта? Где хуйня? А вот хуйня. Хуйню. Так, забрать монетки, забрать тут. Не тут. Ну тут, кстати, можно забрать мешок, в принципе, похуй. Камень, я знаю, я не хочу тратить бомбу вторую. Я видел. Сэкономить как раз бомбу. Сможешь ластом идти. О, мне пизда в этой руме, возможно. That was a bad idea. Это была плохая идея, да. Это была очень плохая идея. Я нашел буквально самую хуевую комнату для этого билда. Из всех, возможно, я нашел самую хуевую комнату. Наверное. Злом. Это была бы абсолютно справедливая смерть. Нехуй было в ебаную Кёрсу вообще идти. В принципе, дал бы ебизом идти на ласте в Кёрсу. Без острой необходимости. Но, похуй, чё живем. Живы и ладно. Да, еще. Даже без планет это хуевая идея на самом деле. Даже без планет это тупо. Ну, типа на стрике на сколь-либо нормальном. Потому что ты рискуешь просто быть выебанным, там остаться в этой комнате. Без особой нужды. Типа, польза потенциально очень низкая от Кёрса в среднем. Она чудовищно низкая. А вред в том, что ты нахуй сдохнешь в этой одной комнате. Как бы. Риск-ревард. Риск менеджмент как бы не совпадает, как бы это польза от вреда танцевального. Ну это да, это еще пока не стрик, поэтому да. Пока плевать. Пока мы чилим.
Так, даже сделаю синего. На Роджест. Так, Faster Ground. Ну, я PB сделал. Пятницу. Но PB говна. PB тотального говна. Но PB. PB. И Биби, и Пиби. И Биба, и Боба. Будет еще? Возможно. Но опять же, скорее всего, через неделю опять. Вряд ли раньше. Может быть, еще и будет. Бля! Пиздец, они умерли все. Дегенератская, блять, комната, нахуй. Я ничего сделать не могу здесь, по-моему. Просто ничего. Эх, ну ладно. Наделаем новых, хули. Долго, что ли? Вот, найс хп. Заебало, я все же съем. Ладно, там везде было. Тут уже третий раз уже таблетку вижу. Так и не использую все. Можно полет? Заебали. Я не сильно хочу это говно брать. Тут только первая часть конжоинда. Так, надо забрать с собой этого подарка. Недавно убила бочка на входе после активации мама мега. Да? Да. Вообще мегу не стоит нажимать, по-моему, до третьей главы, наверное. Потому что в первой главе у тебя ебаные бочки на входе через раз. Во второй главе у тебя ебаные грибы бесконечно на входе. И вот более-менее только в третьей главе можно нажимать, наверное. Там черепа в основном. И там, типа, с кайфа можно фармить. Черепа там приятно фармится. Типа первые две главы прям ультра плохо. Это вот уже бахло. Вот я троллю. Ну да. Привет, морг. Конжоин планета весь экран засрут. Ну да, будет слез много. Тут больше зависит от того, сколько у меня будет блюбов на самом деле. Больше, мне кажется, будет от блюбов зависеть, сколько я их найду. Сколько я их смогу сделать. У меня их всех, сука, отобрали только что. Ой, тут не был, окей. Приятно. О, приятно. Окей. Окей, 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 блять, окей, хорошо. Хорошо. Я не могу есть, у меня опять таблетки еще хз какие. Телепил все еще может выебать. Давайте сделку в идеале. Любую, в принципе. Ты их всех вообще убил? В смысле? У меня один синий остался, что троллишь? Все нахуй. Ебанись, блядь. Чудовище, блядь. Нету сделки. А то тирит максимальный почти. Так, тогда ладно. Тогда, видимо, секретка все же. Давай в секретки нажмем. Получим, конечно. Ну, понятно, что я, блядь, получу. Конечно, говно я, блядь, получу на голову. Что я еще могу в этой игре получить? Конечно, говно. Так, ладно, заберем Сумториум. Ну, забег нормальный. Благо, забег сам по себе нормальный, так что плевать уже. Я думаю, это все, оно уже пройдено. А это она страшная вначале, особенно без хп и стат. Она очень страшная. Я, по-моему, как раз сдох недавно на одном хп старте. В руме, где два, блядь, паука бегут и блёбик, сука, прыгает. Самая, блядь, уебанская рума первой главы, наверное. В принципе. Там я, по-моему, и сдох на одном хп с планетой. Это было уже позапрошлом году, по-моему, это было позапрошлом году. Перед Новым годом, по-моему. Что-то такое.
А я ХП уже забрал? Ладно, не важно. Короче, фигачили дальше. Удача просто легендарная. С ними связываться. Где красная? Где красная? Где-то красная есть. А. Давай. Да, это, конечно, было бы сильно другое, если бы не было Сумториума, наверное. Сильно пиши, иначе бы воспринималось. Вторая часть. Был бы кубик тоже, правда, да. Был бы кубик. Может быть, даже сейчас ран был бы лучше. Я бы Митру на обоздоровил с ключом, наверное. Там бы что-то, может быть, было бы смешное. Вариант. Блять, ты урод или ты нормальный человек? Блять, что? Господи, как она вообще меня дамажит? ХП не парит нихуя красного. Кринж. На, магазине булки. Кстати, даже это полезнее будет, возможно. Ура, белого сделали. Ура, грид сраный. Ура, куча денег. Ну, автомат вроде взорвал. Честно, мне кажется, их уже не реализую нихуя в этом забеге. Ну, если обратно, пошли обратно. Сразу нож соберем тогда. Дайте ХП красного, уроды. Хоть немножко. Блять, не застревает нахуй. Нет, не он сейчас спит, сейчас всегда спит. Нормальное состояние чата. Синий тоже хорошо. Палец лучше камня. Не знаю, камень мне всякие кроллспейсы подсвечивает, бывает удобно. Типа плюс одна удача, мне кажется, вообще нихера не меняет в этом забеге пока. У меня ничего нет на удачу. Даже что-то если будет там одна удача, тоже редко что-то меняет. Обособленно. Нет, мать Любиков не убивает. Слава богу. Только я их могу убить, если нечаянно бомбу в них кинули. Бочку взорву рядом с ними. Так обычно и происходит. Мать здесь безобидна для них.
Вот типа так. Можно их убить нечаянно, если в них кинуть бомбу. Если где-нибудь там застрянут просто. А так пофиг. Так, ладно. Собрали говном. Пошли на босса. Надеюсь, будет сделка. Вроде должна быть, но... Хуй его знает в этой игре. Что должно, а что не должно быть. От бомб, конечно, не от всех бомб умирают. Эти бомбы, они не мои. Это взрыв типа недружественный. Даже бомба обычная моя их бахает. Даже просто любая бомба их бахает. А. Блять, где я, господи, никого не вижу. А тебе похуй на Брима, да, свою? Понятно, блять. Сука, убежал, урод. И сделки нихуя нет. Ну ебаный ты, блять, скот. Пиздец, скот. И сделки нет нихуя. Что за пиздец? Опять сделка нихуя вообще не прокует. Опять 2 к 3 не прокнуло. Да, конечно, такое себе. Давайте все ради деньги, это все, но я их нигде уже не заиспользую. Белый блёба не живучий, он мощный, у него демеджа больше. Просто дамага больше. Да, ё-моё, что за говно? Нет красного нигде. Ой, мне кажется, больше всех у золотого. Золотой как будто самый мощный. А, вот это, кстати, вот это прикольно. Вот это прикольно. Это очень прикольно. Вот это, наверное, мне поможет. Это мне может поможет, я не сомневаюсь. Стало красиво. Правда, стало все красивое. Я, блять, кто? Думаю, Еру тупо на хп повязать. Красная или синяя. Вообще ждать не буду нихуя. Тем более, все равно особо нечего ждать. Не сундук или лэмп, где хотя бы сундуки в конце есть мемные. Тут ждать тупо нечего. А, бля. Дегородская рума. Тут для Вики нихуя мне вообще не... Я, по-моему, их убил, да, всех, наверное. Я Брима не вижу. Или Брима их не убивает, я не знаю. Не, вроде живые, окей. Вроде пока еще живые ребята. Мощно, мощно пернул. Не-не-не. Этой хуйни своей не надо. Блять, я забыл нажать Еру. Пока еще с Ера походить. Терзан. Если по еблу не получать. Да, блин, он вроде их не убивает, так что все нормально. Все нормально. Кринж. Что кринж. Спасибо за 100 рублей. Хотел сказать кринж лэмпс. Ебать, ты вспомнил. Ешь ложку. Чем? А, там был смолтер. Я хочу почекать, что в этом руме. Не хочу сразу юзать. Блять, что нахуй делать?
Да две удачи, ну, типа, похуй, наверное. Ладно. Ты будешь вместо этого, вместо камушка, тринкета. Хотя подожди, это не часть этого Бельзебуба? Ну, я все равно две, да, было бы части максимум. Правильно. Не три. Вот это часть, да. Ебать! Это очень хорошо. Это очень хорошо. Так, я тут, наверное, задиплю, наверное. Видимо, все задиплю, окей. Не подбирая хп здесь. Так, тут ничего не подбирай. Да нахуй эту корону. Думал, еще одна будет яра. Было бы забавно. Так, а что я могу тогда сделать с диплопи, погоди? Смелтер взять полубесплатно. Ах ты сучара. Будет уже нормально. А ты кто? Ты пуберти. Не, Сакрума. Да не, наверное, Сакрума не нужна, я уже сделку видел. Нахуя мне Сакрума? Думаю, не особо она мне нужна. Ну кайфово, я по крайней мере могу скипать одну фазу матери. Лень мне ждать или не лень? Она лень. Ну хотя не, нихуя не лень. Подождем маленько, то что-то все равно планета какой-то кринж. Маленько пофармим. Сколько я могу хп слить? Полтора, да, могу синих слить хп. Полтора, да. Ну да, я первый. У меня первая фаза больше бесит, чем вторая. Вторая дольше, но первая более кринжовая. Как ты, мама, я знаю, но я не хочу ее брать. Там даже, типа, я беру ее тупо ради ножа в основном, чтобы ее где-то фармить, но тут нож нахуй не нужен. Нож, я не думаю, что вообще будет полезен. Хотя, может быть, и будет. Типа, самонаводка с планетой, с паразитом, что-то вообще, как это вообще будет работать, я даже не знаю, когда будет работать. Нож здесь. Это что-то будет, по-моему, странное. Это что-то будет, по-моему, странное. Уже я как будто не хочу это брать. Короче, пока меня вроде все устраивает в этом забеге. Шли дальше. Кстати, пшипыни не убиваются, да, ведь, наверное? Об каменные. Ой, нет, раз не даже напольные шипы не убиваются. Блебики тупо похуистые, вообще все похуи. Так. Эйф. Кстати, Митра может даже сейчас в минус. Потому что я ищу в основном хп красное, могу сейчас получать синих хп больше, чем красных. Хотя, в принципе, если я иду без красных, то я могу и Митру, в принципе, реализовывать. Ладно, с другой стороны. Ёбаный ты, блядь, урод, нахуй. Нахуй. Нормальный билд. Билд балдежный. Вообще проблем с ним не вижу. Даже на жопный нож не хочу это говно трогать, с чем оно у меня. С Магасанами лень искать его. Тринка у меня в слот свободный. Схуярила. Сива захуярила. Так, я дамаг хочу. Это опять не это сейчас был 1 к 3 шанс, ладно.
Это был один тел, мне два к трем. Пофиг. Тут у меня опять нахуй заскамила игра. На сделку. Ворота. Офигеть. Она вообще никуда сделать не успела. Вообще ничего сделать не успела. Шикарно. Ну и вроде довольно много влевов. Здорово, Райф. Так, нам направо вроде. Да, право. Опять старт, конечно, не определяет, какой будет забег вообще никак. Ба! Смешно. Еще один блёба. Еще один довесок. Привет, сейфкат. Старт был интересный, да. Старт был любопытный. Блять, я блёба убил. Где урод? Что я наделал? Что я блёба-то убил? О! Эти быстрее. Так. Подождем, подождем. Уже маленько осталось. Все. Прекрасно. Спим, да не особо. Ебать, как эту хуйню расфигачило. Ух, что, блядь, происходит? What the fuck? Чё это за отдача просто сумасшедшая? Это, видимо, тупо из-за этого, из-за паразита такая хуйня происходит. Так, ангел охуенный, я понял. Ладно, свечка, в принципе, и так тащит неплохо. Нам же, кстати, максимально или нет, я даже не помню. Я получал по ебалу когда-то недавно или нет. Не, походу не получал. Походу не получал. Блядь! Опять их убил. Твою мать. Глупые дети бомбы не видят. Не отходят. А, чё? Ладно. Запутался несчастный. Ну, Сумториум. Это, конечно, Сумториум. Безусловно. Без Сумториума забег был бы явно... Ну, не, было бы D6, конечно, опять же, забег тоже был бы нормально, возможно, но... Он был бы другой, он был бы абсолютно другой. Явно был бы не такой веселый, наверное. Пусть уже капец, конечно, просто какая грязь происходит нахуй. Блять, куда? Куда, блять, ты полетела нахуй? А-а-а, я бомбу не могу ставить, потому что вихрь слез троллит. Окей, вообще нормально получилось. Жесть. Умри! Кайф. Не знаю, первая планета, мне кажется, за года два, наверное, на стрике. 100 лет с планеты не играл. Было весело. 51. Г.